Невесомость – это значит облако высоко-высоко, высоко-высоко. Это когда совесть гонится повсюду. От совести не убежишь. Может, невесомость – это значит та планета, на котором никто не веселится. Мне кажется, что вот это какой-то сон хороший приснился. Ну, это когда взрослые сходили на день рождения и идут домой уже невесомость. В космосе самом тоже есть невесомость, только в космосе нет воздуха. Задохнешься. Хорошо, что есть скафандр, который и подводный, и в космосе. Там могут в ракете нажать такую кнопочку, и все. И они могут нормально ходить. Потом выключают кнопочку, и опять летают. Там кастрюля летит, летит, а из нее каша как полетит.